Продолжаю идти вот так вот удобненько по дороге, не превозмогая, но в принципе совершенно неинтересно. Зато вот тут как бы приходится обращать внимание даже на такие вещи, как вот костровище, да, вот казалось бы, в России насколько это обыденно и повсюду, а здесь, ну, я удивлен, потому что тут, в принципе, даже зажигалку зажигать и то, как бы, не знаю, а тут, блин, костровище целое. Вот, и, в принципе, около дороги. 4 километра до стоянки. Чего тут костер-то жечь, я не пойму. Ну, непонятно. Тут как-то изменилась структура земли какая-то. Вот, судя по ручью, тут и коричневое стало. Там песок или что, я не знаю. Или то, что я к болоту приближаюсь. В общем, вот такое вот коричневое все стало. Непонятное. С деревьев капает, потому что мокроты очень много. Дождя как такового нету, но вот эхо какое-то непонятно. Туман такой. Тихо, спокойно, хорошо. Но пока что неинтересно. Все-таки надеюсь, что дальше будет что-нибудь поинтересней.